Друзья, привет! С вами снова Андрей Кондрашов. Сегодня меня позвал в гости Антон Воротников для того, чтобы продемонстрировать угон Lexus LX 570. Значит, я с собой припас целую кучу оборудования для этого угона. Значит, берем с собой, значит, анализатор поля для поиска спутника поисковой системы. Так, дальше у нас что? Заводилочка. Заводилочка для прописывания ключа, если получится. Потом еще один способ — это дописывание в блок сертификации ключа, прищепка так называемая с блоком сертификации. Тут отмычки, глушилку, чтобы спутник заглушить. Вот, значит, шнуры для прописывания, отмычки тоже достанем. Вот, но Антон сказал, что машину нельзя ломать, нельзя разбирать, поэтому это оборудование я с собой брал зря. Вот, мы будем угонять непосредственно Lexus при помощи самого современного оборудования. Это ретранслятор. То есть вот у меня оказался случайно ретранслятор, значит, производство примерно 2014 года. И посмотрим, как непосредственно Lexus LX противостоит современным способам угона, а именно ретранслятору. Проверяем работу ретранслятора на примере Lexus GX460 2013 года и посмотрим, как непосредственно он работает. Итак, автовладелец сейчас выходит из автомобиля. Используя штатную систему, ставит автомобиль в охрану. Итак, включаем ретрансляторы, который непосредственно пойдет за автовладельцем. Перевели в рабочий режим. Все, мой подельник отправляется за автовладельцем. Теперь подходим к машине. Иди сюда поближе, посмотрим. Так, смотри, кейлос сейчас не работает. Включаем ретранслятор, переводим его в режим работы, и все, машина открылась. Ретранслируем повторно. Все, двигатель заведен. Поехали. Все, мы едем. Ретранслятор выключаем. На приборной панели пишет, что ключ не обнаружен. Ключ не обнаружен. Но автомобиль будет ехать до выключения зажигания. Поэтому можно уехать на любое расстояние. Так, Андрей, значит, привет. Добро привет. Пожаловать на мой канал. Привет. Значит, привет. Смотри, у нас какая ситуация, как бы. Ты говорил, что ты, в принципе, можешь попытаться угнать все, что угодно, и нет, не угоняю их машин. Да. Вот на данный момент, на мой взгляд, вот этот LX, ну вот на мой взгляд, самый неугоняемый. И сегодня я думаю, что ты должен показать, попробовать взять, вскрыть и увезти этот автомобиль. То есть нам надо сымитировать ситуацию, что я оставляю эту машину на парковке, закрываю. Ну давай, как это обычно бывает. То есть выходишь, закрываешь на бесключевой доступ. Все, машина закрывается, все нормально, все хорошо. У тебя с собой вот эта вот такая сумка. Никакого спецоборудования, все остального. Да, сумка, которая остается у подельника, который пойдет за тобой. Угу. Его задача считать код ключа и передать мне его. Давай представим, что, ну, чтобы нам все освещать и говорить, что, например, вот владелец Lexus'а. Вот. Он идет и, например, заходит в торговый центр, в торговую комнату. Да, еще нужен будет мне мой подельник. Твой, да, подельник. Который? Мой подельник. Да. Который теоретически должен что сделать? Он должен с каких... Да, его задача, значит, мы сейчас включаем ретранслятор. Угу. Вот. Настраиваем. Давай лучше это устройство 1, например. Да, устройство 1. Да. Это устройство 2, которое будет у машины. Переводим его в рабочий режим. Угу. И он незаметно, как с антенной, совершенно незаметно. Ну, у нас маленькая сумочка, на самом деле все это спрятано в обычном пакете. Да. И он следует за владельцем. Так, все, ты иди в этот.
торговый комплекс, а он незаметно... Он закрыт. Да, он уже закрыт, и ты закрыл, все, можешь все, уже... Все, машина закрыта, да. Можешь уже идти. Да, ну, а на каком расстоянии он должен держаться, чтобы как бы не... Ну, где-то на расстоянии 2-3 метров примерно. Да, то есть номер один, остерегайтесь, когда вы выходите из машины, людей, которые подозрительно близко с вами идут. Да. Дальше что происходит? Я включил устройство номер ключи два. Ключи у него, ключи у да, него. Да, сейчас видно, что есть соединение между устройствами, и пытаемся открыть автомобиль. Ну, не открылся, извините, ничего не получилось. Не, подожди. А, стой, там надо было... Все, есть. Ну, не всегда с первого раза работает. То есть все, типа, да. Он ну, все смотри, хорошо. Да. Теперь поддельник должен уйти от него? Нет. Все, он должен не ну, смотри, дальше. Этот ретранслятор мы проверили на предыдущих лекциях, он работает. Теперь попробуем завести двигатель. А, подожди, как ты это делаешь? Объясни. Еще раз. Мы нажимаем кнопку старт-стоп, и ретрансляция повторится. А, да, понял. Так, пробуем. Ну, я никогда просто раньше машину не угонял, поэтому... Да, к сожалению, старая версия ретранслятора не может завести двигатель. То есть все-таки ты ее не сможешь угнать? Да, именно угнать не смогу, но открыть мы ее смогли. То есть если мы откроем, мы можем взять документы, сумки и все сумки, остальное? Сумки, да, украсть вещи. Значит, здесь что? Видно, что Toyota Motors изменила непосредственно работу ключа штатного, ввела двухчастотную авторизацию, и поэтому старые модели ретрансляторов для угона нового LX не способны. То есть пока нет такого устройства, которое сможет вот так вот угнать? Ну, по крайней мере, у меня пока на тесте. Хорошо, а если бы у нас был спутник, как лучше-то спутник? Спутник? Ну, у меня есть оборудование, я тебе могу тоже показать. Угу. В основном заключается в анализе электромагнитного поля, излучающей антенны GSM. Хорошо. Возможно ли такое, что скоро выйдет какая-то обновленная прошивка, которая может также угнать этот Lexus? Ну, по моим данным, такие разработки уже давно ведутся, именно под новые Lexus. А, слушай, а кто эти разработки ведет, вот мне интересно? Ну, в основном инженеры, которым не доплачивали. Расскажи мне, сколько времени, чтобы угнать такой автомобиль? Ну, если ретранслятор бы нам позволил сейчас завести двигатель, то время нужно 10 секунд, не более. Я понял. То есть, теоретически, вы можете зайти, там что-то купить, кофе, и уже выйти, и машины не будет? Конечно. Короче, значит, какой можно сделать вывод? Если вашу машину захотят, вот стоит Lexus, которые работали, ну, я не знаю, очень долго над своими системами. А как обезопасить, может быть, как-то ключ отключать или еще что-то? Да, смотри, значит, штатно... А можно ключ? Да, давай, сейчас твою я покажу. Твою машину угнали, поздравляю, вашу машину официально угнали. Спасибо. Да, да, значит, штатно Toyota Motors ввела отключение вот этой функции бесключевого доступа. Mm-hmm. Необходимо выйти, закрыть машину на штатный ключ и, удерживая кнопку постановки, два раза нажать кнопочку снятия. Индикатор 4 раза моргнет. Это означает, что кейлос-система отключена. Mm-hmm. То есть мы сейчас убеждаемся, кейлос перестал работать. И снимется она с охраны только со штатного ключа. То есть это, скажем так, для владельца быстрый способ отключения ретрансляции. Вот. Ну, соответственно, открыть дверь можно и разбив стекло, либо свернув личину. Ты такой, слушай, а приору ты за сколько угонишь? Вот так вот? Приору минута где-то, не более. Минута? Этот за 10 секунд? Ну, здесь есть бесключевой доступ, это и большая уязвимость. В общем, поэтому теоретически, я не знаю, либо вам надо ставить дополнительные системы охраны, либо страховать каско. Какую тачку сложнее всего угнать? Ну, на сегодня, если говорить про сложность обхода, это, наверное, Volvo и Mercedes новые. А Volvo тоже новая? Да, новая Volvo. Но опять же, сейчас ведутся работы именно по разработке ретрансляторов для бесключевого доступа. Ладно, ну спасибо тебе большое за консультацию. Если вам будет интересно творчество Андрея, ссылку на его канал я оставлю в описании. После теста мы решили посмотреть еще, какие примочки у него есть. Ты мне скажи, какой нужен минимальный набор этого Робин Гуда, чтобы, значит... Так, давай сейчас я... Вот это что? Да, минимальный набор Робин Гуда для угона автомобиля Toyota Lexus, но где-то до 2013 погоди, года. Погоди, а если только будет Mercedes, то теоретически уже другой будет набор? Да, абсолютно другой. Значит, смотри, чтобы попасть в машину, да, используется несколько способов. Можно разбить стекло, да, можно использовать свертки каленые, свернуть личинку, либо специальные декодеры. Вот, дальше злоумышленник попадает непосредственно в автомобиль, и здесь уже зависит от того, какое оборудование он использует. Значит, первое, это непосредственно заводилка, она будет писать ключ в память сразу. То есть, если ретранслятор не использовать, можно... Слушай, кто это производит? Это в интернете можно купить? Ну, да, за попытку купить это оборудование можно на 4 годика сесть подумать, поэтому... Не, это оборудование предоставлено мне на экспертизу. А, я понял, вот, поэтому, значит,
дальше метод работы с прописанием ключей – это так называемая прищепка, то есть которая подсоединяется к блоку сертификации ключей, то есть из машины достается блок сертификации и дописывается ключ специальному оборудованию. Вот. Ну, а ты спрашивал по поводу спутника поисковой системы. Здесь все просто. Анализатор поля позволяет выявить уровень GSM-сигнала и найти непосредственно саму GSM-антенну внутри автомобиля. Да? Ну и дальше либо она отрезается, вот, либо просто во время угона тупо используют глушилку, включают и в течение нескольких часов. Гелик также легко угнать? Гелик, да, очень просто угоняется. Да? Опять же, если брать последние гелики, там, ТБС-3, ТБС-4, есть система, там сложно. А их угоняют вообще? Да, в статистике фигурируют, конечно. Вообще угоняются все машины, да, просто каких-то больше, каких-то меньше. Слушай, а если сделать аэрографию, например? Аэрография? Ну да, аэрография спасает от угона, потому что потребуется затрачивать средства, чтобы изменить экстерьер, да, автомобиля. Но сейчас ты можешь сделать дешево пленками, поэтому... А, то есть сейчас так, да, на это не растрачивается. Конечно. Слушай, а что случается с тачкой? Вот хорошо, ты взял этот Lexus, угнал, что дальше с ним? Вот, ну, как обычно происходит? Смотри, угоняют непосредственно, да, бригада, она занимается исключительно только угоном автомобиля. То есть они потом сдают... Они ищут, да, ищут машину, угоняют ее и... Ее привозит так называемый отстойник, из которого ее забирает заказчик. Люди заказчика ее забирают. Угонщики получают свои деньги и идут угонять дальше. А потом их разбирают, продают, да, дальше перебивают. Дальше отдельные люди, отдельная бригада их либо перебивает под конкретные документы, отдельные люди готовят документы, и еще отдельные люди их продают. То есть это целая структура, которая работает в унисон. Я просто боюсь спросить, откуда ты это все знаешь, так просто. Ну так. Ну, я, скажем, темами угонов и защиты занимаюсь уже более 10 лет, поэтому я понял. Мне нужно знать. То есть обычно... Да, чтобы построить правильную мне защиту. Мне кажется, чтобы это прочувствовать, надо один раз по-настоящему угнать машину, да? Да. А там же руки-то дрожат, как бы, ну там уже совсем по-другому. Но это же там лет 10. Думаю, сколько... если практика большая, то ну и да, дрожать там ничего не будет. А прежде первого угнали машину, это уже ужас. Ежегодно в России угоняют примерно 200 Lexus LX. Это очень популярная модель на вторичном рынке из премиум-сегмента. В основном эти машины идут именно на вторичный рынок в южные регионы. Простота перебивки агрегатов номерных делает эту машину очень легкой для продажи на криминальном рынке. В основном делают либо двойника какой-то машины, да, либо машину перебивают под тотал, так называемый. То есть, когда автомобиль был в ДТП, от него остались только документы, и угоняют именно Lexus под тотальную машину, под документы, которые остались. В основном при покупке Lexus автовладельцы защищают автомобиль теми средствами, которые предлагают в автосалоне, а именно какой-то спутниковой системой, по которой они еще и получают скидку на каско. Но как показала практика, что при угоне автомобиля стоимостью 5 миллионов автовладелец теряет только на амортизации 10%, это 500 тысяч, и, соответственно, стоимость каско составляет 200 тысяч. Поэтому общие потери владельца превышают 700 тысяч рублей. Как показала практика, те системы, которые ставят в автосалонах, не совсем эффективны. Как видно, ретранслятор предыдущей версии не смог взять новый LX. Это означает, что инженеры Toyota Motors стараются и изменяют конструкцию штатной системы для того, чтобы исключить быстрый угон. Вот. Но будем ждать новых версий ретрансляторов и обязательно вам покажем, как угоняется эта машина за 10 секунд. С вами был Андрей Кондрашов. До встречи в следующих выпусках.